Вот у нас, фактически первый рабочий день, правда? Да. Вот сидит за столом, как культурненько, у него монитор большой, правда? Вам светом не засвечивает? Нет, нормально. Кто-то прокомментирует, что тут на столе-то? А сейчас Сереженька... Так, ну, в смысле, тут это понятно, колбаска там, все такое. София, что бы это было такое желтенькое? Я думаю, это мимоза. Мимоза. В чем смысл мимозы? Рыба, яйцо, рис, майонезик и яйцо. То есть можно жить так. Рыбка, прям такое ощущение, что сами солёные. Так. Картошечка с грибами. О, пахнет грибами. Так. Да, вот красота, свежатинка. Но... А что же вы так этот порезали-то прям? А так что, чтобы каждый брал. Чтобы как... А то, знаете, меня там спрашивают, как отличить культурного, говорит, от некультурного. Ну, это очень культурно. Да, да. Вот это, я... это очень так. Да. А то, говорит, вот культурное, знаешь, говорит, бабушка там говорит, что если у тебя не нравится, как твой жених кушает, ты, говорит, с ним долго в браке не проживешь. Представляете, София? Это неправда. Это не, я тоже считаю, что ерунда. Я Свете рассказал, она говорит, правда, а мне, говорит, никогда не нравилось, как ты ешь. Я хотел сказать, говорит, своему мужу, да? Еще больше 30 лет ничего не помогает, не кушать, не делать вредными привычками. Раз. Так, у нее еще вредные привычки, София? Да. Так, это очень не... хороший напиток, друзья. Да, вот это очень хороший напиток, я рекомендую. Ой, Сережка, вот Миша так, хотел здесь. Салатик. Что это? Салатик. Это шубка. То надо у Лены. Это Леночкин салатик, это крабный салатик. А это шубка. А, вот. Селедка под шубой. Вот это под шубой. Да, селедка под шубой. Друзья, спрашивается, что было в Америку уезжать, правда? Так вот это для нас и деликатесы. Ну да. Потому да. что они свои. Друзья, вот все, что вы едите так, лет до 13, 14, 15, всю жизнь будете это любить. Точно. Неужели это горчица? А это, горчица. Нет, это... Горчица. А вот это салат, как его, мимоза. Мастерд, так и есть. Натюрморт, друзья, Анна Леонидовна составила из подручного материала. Вот, грибочки тут. Ну, в общем, я еще не пробовал, но уже аппетит разыгрался. Да. Что, друзья, поговорить, поговорили там шампанским. Давайте. Леонидовна, да. Возьми бокальчик. София, возьмите бокальчик. Чокнемся. Звук. Нет, 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 ну что-то не то. Давайте, потому возьмите снизу. Возьмите снизу. Не настоящий хрусталь. Как ты настоящий? Не то. Вот. Еще раз, давайте, еще раз. Реабилитировались. Так. Теперь. Вот. Друзья, пирожные. Так, это какой-то мороженый торт. Миксберри. Из Трейдер Джо. Так, посмотрим, что так. у нас тут. Ягодки, ягодки, ягодки. Но он уже отмерз уже? Как он? Да, он отмерз. Угу. О, красная смородина. Это... Так, секундочку. Да. Это Сис Кэндис. Это такой американский шоколадный бренд. Бренд такой переслащенный. Так, у нас теперь, давайте, от Лены. В коллектив да. вносится. Подарочки со смыслом. Ага, это в наш общак. Это для вас. Ой. Здесь, чтобы вы стирали все свои грусти, неприятности. Это выпечка? Ластик и... А, ластик? Как он называется? Стиралка. Да. И конфетки. Ой, спасибо, спасибо. Так, это мне. Это вам. Леонида мне. От грусти. Там. Одна съедобная, одна несъедобная. Не перепутайте, да. Так, Лена, а там они с подписью? Ты известно кому что? Да. А, Леночка, я хочу разные. Сказать, что вот эту дощечку, что ты тоненькую подарила, я клянусь тебе, я пользуюсь ей каждый день. И когда я что-то режу, я всегда вспоминаю тебя. Вот эти красивые фрукты, которые на ней. Мыльце. Мне так тепло становится. Это мыльце? Нет, это стиралка. Стиралка. Как стиралка? А, это ластик. Это стиралка. А похоже на ластик, на мыло. Да. Не было. Ой. Цукерки. Это же вы. Жизнь была сладкая. Что я? Стирать вам пока не нужно. Так. Все впереди. Вот это ластик. Я извиняюсь, а где вот трется? Всей поверхностью? Вот так. Ну что, друзья, пользуясь случаем, я для вас съедаю вот это практически без теста, видите, оно совершенно диетическое. Они перестали крем ложить, они кладут только фрукты. Иностранное, это французское, да? Французское. Чтоб ты сразу. Знаете что? Ты сразу не приставай. Ягодки. Салат.
Ягодки, ну это же корочка. Корочка вот эта вот хлебная. Поставь, подруга. Она тоже не лишняя, не мешает никак. Кто сказал нет? Дайте, солнышко, разрежьте еще эти дети, чтобы еще... А сейчас там у нас еще чай скоро будет. Так они разрезаны. Вот, они разрезаны пополам. Ленусик. Друзья. Нет, спасибо, твои... мне не надо. Мне... Сережки. Вы мысленно с нами. Вот, а мы для вас снимаем вот это вот торжество. Будешь вот такая. Такая резинка, друзья, это лучший подарок блогеру. Увидишь какую-нибудь дрянь на ютубе, тут же стер.